Как вывести бывшего мужа из кредитного договора? Давайте с вами рассмотрим ситуацию человека на конкретном примере. Квартира была взята в ипотеку с использованием мат-капитала. Жена – заемщик, муж – созаемщик. Двое детей. Сейчас они в разводе, и стоит вопрос, как вывести бывшего мужа из кредитного договора, так как платит только жена. И надо ли будет ему выделять долю спустя 25 лет по мат-капиталу? Претензий по разделу имущества муж не имеет, от квартиры отказывается. Отвечаю на вопрос. Совершить какие-то сделки с квартирой до выплаты кредита возможно только согласие банка. В большинстве случаев банки такого согласия не дают. Также до закрытия кредита и снятия обременения нет возможности распределить долю в соответствии с размером материнского капитала. При этом в суде произвести раздел совместно нажитого имущества можно даже без согласия банка в силу прямого указания Верховного суда. При разделе имущества суд обязан учесть оплату материнским капиталом, выделив необходимые доли членам семьи. На мой взгляд, из-за несовершенства нашего законодательства решить вопрос во внесудебном порядке не получится. Можно или оставить все так, как есть, или идти в суд. Вместе с тем, если супруг готов отказаться от имущества, в суде он сможет это сделать, заявив соответствующие требования. Также вы можете распределить имущество путем заключения мирового соглашения. Еще раз повторюсь, что в суде позиция банка не будет иметь решающего значения. С вами был юрист-эксперт по недвижимости Евгений Корсакин. До новых встреч. Пока.